Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня у нас, как и вчера, и позавчера у нас стоит очень такая жаркая погода. 13 июня. И пчелы вот так вот вылазят из домика. Много пчел выпаривается. И вот так вот они сидят. Мало им места видно в домике, либо нектара, может быть, много принесли. Ну, вот так вот молодые пчелы, которые не участвуют в сборе меда, его переработке, они выходят и вот так вот сидят под литком, либо вот так на домике. Это является также еще первым признаком, что семья, возможно, будет роиться. Когда пчел молодых много, безработных, и они, пчелки, у них наступает такое роевое состояние. Сейчас также вам покажу, как у нас висят ловушки на пасеке. Можно заметить, что и здесь вот так же, вот они, видите, сидят таким клубком целым, гирляндой такой. И вот ловушки. Черные ловушки висят на привоях вот таких вот. Вот эту ловушку я уже показывал. Тоже здесь привой. Главное, чтобы он был крепкий, чтобы он именно выдерживал рой. Вот та ловушка, на которую у нас уже в этом году садились пчелы. Здесь тоже такая, как березка. Как будто березка растет. Такая вот ловушка висит. Висят они достаточно высоко. Главное, чтобы она не была ловушка вот именно в кустах, чтобы пчелки могли на нее собраться, сесть. И дальше у нас еще. Здесь вот колпак этот висит. И на вот этот колпак тоже садились пчелы. Тоже так вот. Калина он висит. Самое главное, чтобы было несколько ловушек, так как ветер может быть с разных сторон. Если ветер, например, дует оттуда, соответственно, эта ловушка у нас за ветром, и пчелки на нее могут сесть. А если ветер будет отсюда дуть, пчелки выберут другую ловушку. То есть они тоже вот поэтому ориентируются, чтобы как бы ловушка меньше вот именно колыхалась от ветра. В общем, вот так вот повешали ловушки. Любят также пчелы и около облепихи прививаться, и около юрги, рябины, калины, яблони. В общем, и на черемуху даже садятся, на все всевозможные деревья. И на высокие могут, на березы сесть. Так вот развесили ловушки. Вот и здесь также сидят. Ловушки мы никаким опероем не смазываем, так как некоторые покупают оперой, чтобы прививался рой. После того, как первый рой привьется, уже на ловушке будет запах. И как бы большинство все-таки роев, оно садится именно на эту ловушку. Ну, посмотрим, как в этом году будет. На эту ловушку один рой сел. И на эту прививался один наш рой, и также соседский рой тоже прилетал и прививался на эту ловушку. То есть уже был запах после нашего роя, и буквально-таки через неделю, наверное, вот еще соседский прилетал, садился на эту ловушку. Ну а кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч!